Всем привет! Всем привет! Только включила камеру, не было даже минутки включить, чтобы записать начало видео, сказать, что мы сейчас с Дашенькой едем в село, едем поздравить Васильевича с днем рождения. Они с мамой там уже нас очень-очень ждут, и мама только что звонила, говорит: Надя, где вы там уже? Говорю: мамулечка, буквально 15 минут, и мы уже будем на месте. К сожалению, мы собачку так и не нашли. Я нигде ее не нашла. Ну да, продавались, но они очень дорогие. Там от 5000 и от 3000, то есть не было. Ну, в общем. Ну, он говорит: я вас жду, я очень хочу, чтобы вы приехали. И еще сегодня у Наташи, у моей подруги Наташи, день рождения. Наташа, солнышко, я тебя поздравляю. Я тебе желаю всего самого лучшего. Мирного неба над головой. Здоровья тебе и твоим близким. Твоему сыночку Саше. Чтобы все было хорошо у вас. Ну все, хватит болтать. Мы шарики надули, они в машине. Мы по дороге их дули. Даша по дороге их дула. Завязывала. Все, помчали. Да. Ребята, вы только посмотрите, какая красота. Ну просто все зеленое, все красивое. Деревья буквально на глазах зазеленели. У нас каштаны такие прям распустились, уже зеленые. Я хотела сегодня, я была в городе заснять, но я была одна за рулем, мне неудобно было. Вот гляньте, какое все красивое. Ой-ой-ой-ой. Немножко нас это все начинает цвести. Красота. Мы уже приехали. Шарики пораспадались. Давай ворота открывай. Жук! Ай ты, жучок! Давай, давай, Даша, швидше. На їх, мабуть, не знаю, де відкрити. Не знаю, де відкрити. От, вже ж. Треба, мабуть, дзвонити. Даш, та вони не там відкриваються. Вони коло калітки відкриваються. Даша. Та впустіть нас, бо Дашка ніяк не відкриє ті ворота. Воно щось там ніяк не виходить. Я сигналила, знаєш, як? О, Даша вже відкрила. О, молодець, достіження. Бігом, шарики. Де наш іменинник? Я надіюсь. А чого ти закрилась? А чого ти закрилась? Дай мені пару штук і тобі. Даш. Давай. Дай воно ще ззаді. Даша, доця, ззаді ще воно. Ну то чого ти тупиш? У нас по дорогі вони лопали, коротше. Давай. В тебе три. Давай. Отой великий, оце маленький синій не бери. Цей здувся. Давай сюди. Пошли, вылазь. Да вылазь уже. Где наш именинник? Уже они у меня распадаются. Сейчас домой ему скажем, лови, да? Да я шучу. Где ж тут наш именинничок? Мы ж до тебя спешили, летели. Привітать! Васильевич! Привет! С днем рождения! Привет! С днем рождения! Привет! Все тебе самого наилучшего! Мы тебе бажаем всего самого-самого хорошего, здоровьячка! Чтобы малюта тебя слухалася! Да! Ничего себе тортик! Гляньте. Ма, скільки тут є оце кілограм? Піци які. Ох, оце да. Боже. Оце мамулечка приготовила.
Васильевич тут шашлык дожарю я уже. Запахи такие, Васильевич. Запахи. Это мы еще мариновали, когда зарезали поросенка. Это когда было? 3-4. На ты в пятницу, в четвер, да? Чи коли ми різали? Ну, на другий день. Ну, короче, воно вже мокне дня 4, да? Чи 3? 3 дня, по-моєму, чи 4. Вже промаринувалося. А. Ну, то що? Давай. Смотри, на мене упало. Ага. Може, то щось скакнуло на тебе? Ой, так красиво, да? Да, естетично. Жужжать пчели, бздоли жужжать. Слушай, так красиво падає, да? Да. Ви чуєте цей звук? Що? Ти чуєш цей звук? От послухай, бджоли. Ну, да. Пилок. Пильцу, да. Пахне, а бджол, звісно, капець багато. А облака прямо как с какого-то мультика. Я в шоке. Гляньте, как красиво. А облака это? Облака белокрылые лошадки. Может быть. Хотя он должен начаться с сегодня, что у нас? У бабушки уже тюльпаны, она ем. А я знаю, что 26. 26. Вторник. Вторник. Тюльпани розцвіли. Ой, красота яка. Красота. Сонечко. Да. Я когда гуляла с подругами, мне одна подруга дала божую коровку в руки. Хотела дать, но я испугалась. Сиди собі, ну тобі тут треба. Да. Нот. Все тобі нот. Ой, красиво як. Супер. Вона слишком уперта. Да. Ну то хай сидить. Ой, мої ноги. Даша сьогодні все болить, вся кріпатура болить. Вона ноє, то Боже, мама. Вона сьогодні еле встала. Залізла. Говорить, у мене все болить, я не можу говорити, що боліться вже. Така я быстрая, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім лет. Да? Та ти що? Це ж ти, мама, я тут бомжуєш. Чего ты бомжуешь, скажи, без родителей? Давай, лети. Ну что, будем мы садиться кушать. Все, кто сейчас будет кушать, тем тоже желаем приятного аппетита. Да, Дашуля? Угу. Приятного аппетита. Да. Типи-типи-типи-типи. Васильевич насыпав зелени їм. Трави пішов на берег нарвав, нарубав. Гляньте, як їдять ціпочки, ціпусі. Що ти летиш до мене? Йди їжу, ну. І мене б це перекусили б, а? Хвостики догори. І мотузують. У нас уже вечір. Сейчас будем идти с Васильевичем кормить животных всех. Цыплят. Он уже начинает кучковаться, загонять, спать. В общем, пошли. В общем, будем идти пороться. Всем привет! На следующий день. Всем привет! Мы будем с Дашей уже ехать. Да. Такие красивые тюльпаны. Красота, гляньте. Мама нам букетик нарвала. Може, я Наташу поздравлю сьогодні, не знаю. Надо, як получиться, да, то хочеться. Так що, Наташа, тобі такий ось від мами люди букет шикарний. Да. Будемо їхати. Обов'язково. Ще Даша на уроки повинна сьогодні вспіти. Ну так. Да. Їдьте з Богом. Зранку. Спасибо, мамулечка. Мама торта дала нам такий тортяка. Я називаю це тортяка, а не торт, Васильович. Він здоровительний, величезний, і піци нам дала, господи. Ходи, цілий тиждень будемо їсти. Спасибо, мамулечка. Так що будемо їхати. Какая красота. Все зелене. Я не знаю, я їду, я просто наслаждаюся цією дорогою.
Как же красиво. Я люблю весну, вот когда все листики распускаются. Супер.